город Москва открывает эту категорию, поэтому дайте шум для парня из Москвы, для Марка. 3, 2, 1, поехали! Прыгает в квотер и сразу делает трансфер с ноу-хендом. Огромная амплитуда. Тейбл-топ, может быть, не до конца довернул. Вылетает из квотера. 362 барспина на фан-боксе. И кан-кан прямо перед судьями. Ничего себе! Тейбл-топчик в языке. Как я еще в прошлый раз заметил, редко кто вообще из него выпрыгивает. А для Марка это вообще everyday, походу, дело. Тейл-лифчик в язык. Очень интересное исполнение трюка. Времени еще 20 секунд. Достаточно, чтобы наклепать в заезде. Ноу-фуд кан-кан на фан-боксе и просто амплитудный эйр перед студией. Под сигнал 10 секунд делает барспин на спайне, ноу-хэнд в квотере, нак-нак в обратную сторону спайна, хитчик и ран завершается на акселерейте. Отлично, первый заезд отстрелялся, попал однозначно.